Вот баночка стоит. Вот стоит розетка. Я включаю. Вот так и живет пожилая пара в 21 веке. Лишь с помощью кипятильника могут выпить чай. Многоэтажный дом остался без газа. Еду не приготовить, помыться нельзя. Воду жители нагревали с помощью газовых котлов. Надо помыться, а бабушке 83 года, в апреле будет 84. Куда я ее потащу? Как? То я ванну набрал, помыл, ее помог помыться. А сейчас вот и самому 83. Вот так вот и живи, как хочешь. Без топлива сейчас три многоэтажки. Газовщики в целях безопасности отключили дома от голубого топлива. Первый попал под раздачу еще 11 марта. Одна из жительниц едва не погибла. Показатели угарного газа зашкаливали. У меня закружилась голова. Вот я потеряла сознание. Инсульт поставили ишемический. В МЧС они измерили, а оказалось, там это огромное количество угарного газа. Как-то этот угарный газ, он как-то, его как-то не сильно не ощущаешь. А вот когда, например, засыпаешь ночью, например, бывает, что вот встаешь, и как будто ты вот, голова кружится, и как будто себя не понимаешь, то ли я здоров, то ли что, то ли я сегодня подымусь утром, то ли нет. Началась проверка. Оказалось, что показатели вредных веществ превышены в других домах. Пожарники, газовщики, которые быстренько прошли через квартиру, проверили стояки, да, наши. И получилось так, что в одной квартире по одному даже стояку есть тяга, в другой квартире нет. То есть у нас проблема может быть даже совсем другая. Но нас даже спрашивать не стали, не сделали заключение контрольное, не проверили все квартиры, все подъезды абсолютно. Нас просто вырубили, если видите, у всех подъездов вырублено просто газ. В управляющей компании, которая обслуживает дома, удалось выяснить, в чем причина утечки газа. Вся проблема в том, что крыша построена с нарушениями огромными. Все выведено, все дымоходы выведены под крышу, а не на крышу, как положено. Вот в этом вся проблема. И сколько домов так сконструировано? Да практически все, где шатровые крыши. А это значит, что угарный газ не выветривается, а задерживается в доме. В результате люди и травятся. Чтобы вернуть голубое топливо, нужно реконструировать кровлю. Удовольствие не дешевое и долгое. А между тем, глава Санниковского сельсовета пояснила, что уже направлены обращения в специальные ведомства для разбирательств. Прокуратуру и госинспекция, и туда мы направили обращение, чтобы проверили действия либо бездействие управляющей компании в данном случае. И провели, действительно, госинспекция тоже дала свое заключение. Сейчас специалисты УК ходят по квартирам, хотят пробить новые вытяжки. Якобы это позволит подключить хотя бы плиты, а о том, чтобы помыться, пока можно только мечтать. Раньше недалеко от домов, которые сегодня остались без газа, находилась общественная баня. Сегодня на ее месте кафе. Жители говорят, что впору уже перепрофилировать общепит под банный комплекс, чтобы элементарно помыться. К слову, коммунальный скандал в Санниково далеко не первый. Село прогремело на всю страну еще 3 года назад после визита Медведева. Тогда многих премьер-министру с просьбой о горячей воде бросилась одна из жительниц. После проблему потихоньку начали решать. Неужели, чтобы проблема с газом сдвинулась с мертвой точки, жители Санниково вновь должны упасть на колени? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.